Всем привет! Продолжаем рассматривать картины известных художников. Юрий Иванович Пименов, советский художник, живописец, график, сценограф, плакатист, педагог, академик Академии художеств СССР, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии и двух сталинских премий. Родился в Москве в семье юриста. Учился в 10-й Московской гимназии, затем на живописном и полиграфическом факультетах высших художественно-технических мастерских. С 1923 года работал в журналах. По окончании учебы в 1925 стал одним из учредителей общества станковистов, член-учредитель общества художников из-за бригады. В ранний период испытал большое влияние немецкого экспрессионизма, что во многом объясняет надрывно-драматическую остроту лучших его картин этих лет. «Инвалиды войны», «Даешь тяжелую индустрию», «Солдаты переходят в сторону революции». С годами перешел к обновленному импрессионизму, исповедуя творческий принцип прекрасного мгновения, легкого и артистичного образа впечатления. Работал в театрально-декорационном искусстве, занимался иллюстрацией книг, монументально-декоративных работ, мастер рекламного киноплаката, в котором использовал элементы станкового искусства. Оформил спектакль «Мастер из Кламси», «Сирано де Бержерак», «Копилка», «За тех, кто в море», «Степь широка», «Под чужим небом» и так далее, и так далее, и так далее. В 1936-37 годах преподавал в Институте повышения квалификации художников-живописцев в Москве на художественном факультете в ВГИКе. Профессор. Работал в «Окнах ТАСС». В 1954 году избран членом-корреспондентом, а в 1962 действительным членом Академии художеств СССР, член Союза художников СССР. В 1966 подписал письмо 25 деятелей культуры и науки генеральному секретарю Брежневу против реабилитации Сталина. Юрий Пименов умер 6 сентября 1977 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Ну вот такие данные из Википедии нашел по Юрию Ивановичу Пименову, советском российском художнике, живописце, графике, стенографе, плакатисте и педагоге. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.